Проезд на общественном транспорте станет еще удобнее для пассажиров. С 1 ноября в автобусах Нарьян-Марского АТП можно будет расплатиться за проезд банковской картой. Новую услугу сегодня протестировали на пробном маршруте. Оплата проезда в автобусе банковской картой – популярная технология, которая в настоящее время внедряется многими транспортными компаниями. Вот и жителям округа, которые привыкли к безналичному расчету, теперь не нужно будет носить в карманах мелочь для оплаты проезда. Достаточно банковской карты или смартфона. Очень многие люди уже привыкли расплачиваться не наличными деньгами, а безналично картами. Вот. Единственное, что у нас вот за проезд можно было расплатиться только наличкой. И вот сейчас мы внедряем безналичный расчет. Конечно, когда-то в будущем это нам позволит уйти от кондукторов, и полностью вся оплата будет безналичной. Но это, я думаю, далекая перспектива пока, да. Потому что не все готовы у нас перейти на безналичный расчет. То есть кто-то еще по старинке любит деньгами расплачиваться наличными. Система электронного контроля удобна как для пассажиров, так и для предприятия и органов власти. АТП и профильные ведомства получат автоматизированную систему учета пассажиропотока. С февраля месяца вводим льготные карточки для всех категорий граждан. Они тоже будут бесконтактно оплачиваться во всех, так сказать, маршрутах города Нарьян-Мар. Мы потом эти карточки будут дальше развиваться, но это пока один первый маленький шажок, и все это идет в концепции умного города. То есть мы теперь будем понимать, насколько, сколько людей проехало, да, в какое время они проехали. От этого будут зависеть субсидии, которые мы будем выделять АТП. То есть это такой очень большой, очень маленький, но очень большой шаг, который позволяет нам экономно и грамотно распределяться и финансами, и транспортными потоками. Внедрение валидаторов входит в проект «Безналичный округ», который курируется администрацией региона. По словам управляющего Нинским отделением Сбербанка Сергея Мохова, это современное требование. На самом деле, просто подумали, как сделать, чтобы было удобнее пассажирам. Для этого вот мы ввели эту систему совместно с АТП и с администрацией округа. Пассажир спокойно может оплатить свой проезд банковской картой, смартфоном. 1 ноября валидаторы в первую очередь начнут работать на межмуниципальных маршрутах 411 и 413, а к началу декабря на всех автобусах предприятия. Пока оплачивать проезд таким способом смогут только пассажиры без льгот. В дальнейшем предприятие планирует вводить месячные проездные бесконтактные билеты, привязанные к системе социальных карт. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».